Всем доброго времени суток, с вами Элисон Роуз, сегодня мы начинаем прохождение Battlefield Hardline. И вы даже задаетесь вопросом, как же так? Почему параллельно с Папа-псих я начинаю проходить шутер, хотя я их в принципе не прохожу? Просто Electronic Arts прислали мне ключ, за что им огромное спасибо, и я очень хотел поиграть в одиночную кампанию, а поскольку у меня не хватает времени из-за работы на большое количество видео, я решила, почему бы не записать прохождение одиночной компании. Вот. Тем более, если вам понравится это видео, пожалуйста, обязательно пишите об этом, ставьте лайки, ну, в общем, вы и так все знаете. Давайте начнем. Кадет. Ну, офицер, конечно, я уж не настолько лама во всех этих ваших шутерах. О, какая музычка. Йоу, меня не забанят за это случайно? Если я буду, кстати, косить, то простите. Пролог, отлично. Подозреваю, может нацелить на вас оружие в любой момент. Представляете, я даже до сих пор не попробовала мультиплеер. До сих пор. Лицезрейте нашу славную страну, пока еще есть возможность, господа. Не скоро еще получится. О, тюрьма. Супер. Николас Мендоза. Черт. Такой, как ты, должен нехило накосячить, чтобы стоять рядом со мной. А кто? Может, он? Уберешь пушку, шериф? Пока кто-нибудь из господ не отобрал ее. Люблю смотреть, как грязные копы оказываются в моем автобусе. А, коп, ну, в принципе, можно было догадаться. Это как бы намекает мне, что система работает. Хорошей поездочки, детектив. Понятно. А, это, видимо, нам будут показывать, за что мы как раз съедем. Отлично. В тюрьму. Мы на месте. Или вообще пока рассказывать историю. Что, мы прямо сейчас уже можем начать стрелять в итоге, или как? Ну? Это недолго. Накроем этих чуваков и сходим перекусить. Ага, да, давай. Тут есть одно кубинское местечко. Кубинское? Самое Черт. Время, вы что, ребят? Ник, ты же коп, можешь позволить. Давайте сообщим им, да, о своем присутствии, поболтаем как раз рядом с дверью, куда надо вломиться и всех убить. Я сам или тебе убрать. Скажу. Ну, тогда вот что. Место выбираю я, окей? Я обещаю, тебе понравится. Ты кубинскую еду ел? В этот раз будешь за главного, понял? Ходи уверенно, смотри по сторонам. Найдем парня и грохнем их, чтобы даже не задумались пушки доставать. Ладно, делал я уже такое. Но без меня. Ну все, за дело. Давай посуровее там. Ну, окей. А фонарь мне зачем? Полиция! Откройте! Да, они взяли и открыли. Полиция! Никому не дергаться! Руки вверх, чтобы я их видел! Руки вверх, чтобы я их видел! Отойди назад и выходи из-за стола! У них в дверь постучали. А, чувак, да ладно! Может, хватит мне в морду светить? Ник, давай в наручники их и сваливаем. Так, ну давайте попробуем. Арестовываем. Так, руки за голову, медленно повернись. Тихо. Взгляд у него недобрый, если Спокойно. Честно. Ау, ты делаешь большую ошибку, брат. Мы теперь все какого? Друзья. Я что-то вот... Нет, есть ощущение, что сейчас что-то случится. Сам знаешь, херня это все, коп. Я с утра выйду, коп, и ты знаешь это. Да ну, а кокаин говорит иначе. Иди нахрен! Хрена себе. Вы видели, что вытворила эта баба? А, ты что совсем... Ой, нет, где она? Все идет. Это что было? Дура. Ты что, не проверил дверь? Я тот, кто арестовывает. Ты должен был проверить комнату. Твой друг идиот, вот что я тебе могу проверить. Сказать. Какой же херня? Что? Не знаю. Собрать улики. Давайте соберем улики. Какие улики-то надо собирать? А, у тебя есть улики какие-то? Есть. Ух, ага. Что там? Документ. Кошелек. ID. Окей. Узнаешь? Не, все плохо. Ну окей. Какая-нибудь с собой прихватите или чего? Плохо это. Некого допрашивать. Эй, надоели эти бургеры уже. Взял кубинскую. Кто хочет Ой. Есть? Эй, не с места! Ну, конечно, он сейчас давай, побежит. Давай, погнали давай. За ним быстрее. Не с места! Руки! Ах ты, козел. Ты делаешь только хуже! А, черт! Стодар, давай вниз! Быстро!
О, пафос, пафос, обалдеть. Обожаю. Слушай, давай без умников обойдемся, как все окей? Я чувствую себя как в плохих парнях. Рон-дон-дон. Стой, козел. Стой! У-ху! Это было очень круто. Извините. Извините. Я заплачу. Или не я заплачу. Не знаю, наверное, полиция заплатит. Будем надеяться на это, а то это как-то не очень хорошо. Черт, это слишком от первого лица ехать. Очень-очень не круто. Стрёмно, стрёмно. От третьего лица ездить гораздо привычнее. Я просто никогда не езжу от первого, если есть возможность переключиться. Хотя она, возможно, здесь есть, просто я об этом не знаю. Но так веселее. Его надо взять. По колесам стреляй. Дай мне подобраться. По колесам? Ты дурак? Как я буду... А, это заставка, окей, катсценка. Ое! Ое! Круть! Ну все, главное, что он больше никуда не собирается ехать, правильно? Это, по-моему, самое главное. Ну-ка, пойдем. Ой, нос сломал, да? Как мне тебя жаль. Да нет, вру, я не жаль, конечно. У тебя есть право хранить молчание. А, слышал уже такое, да? Представляете, ему еще предъявят обвинение за то, что он взял и расфигарил полгорода, пока ехал. Блин, какая же крутая музыка. Обожаю во многих проектах новых музыку. Она прям потрясна. Почему я чувствую, что за это мне прилетит что-то типа бана? Вот честное слово, прям есть ощущение. О, этого актера я видела где-то. Ой, обязательно должна быть какая-нибудь девочка. Вообще интересно, как изменилась одиночная кампания в Battlefield. Дело в том, что ни одну предыдущую, ну то есть из прошлых частей ни один синглплеер... ерунду говорю, простите, я немножко заговариваюсь после работы просто. Ни у одного Battlefield не проходил синглплеер, поэтому, естественно, мне вдвойне интересно, что здесь будет. Я лишь смотрела их. То есть, по сути, я более-менее в курсе, что происходит. Вот. А у Hardline говорят, что синглплеер ничего такое. Вот сейчас мы это и проверим, собственно. Так, окей. В результате напряженного полицейского рейда на гостиницу Овертаун пятеро подозреваемых погибли, и один находится под стражей. Упс. На этой неделе это уже четвертый связанный с наркотиками случай явного проявления жестокости в Майами. Мы попросили Джулиана Доуза, капитана отдела расследований, прокомментировать ситуацию. Расследование еще не завершено. То есть без комментариев, сэр! Расследование еще не завершено, вот мой комментарий. Если бы не было комментариев, я бы так и сказал. Без комментариев. Где все, черт побери? Нарковойна, сэр. По телевизору видел. Похоже, снова 80-е пришли. Надену свой белый льняной костюм, закатай рукава. Надеюсь, с розовой футболкой. А пока, Стоддарт, спецзадание тебе. Детективы Мендоза и Дау, зайдите ко мне. Я в полиции, пожалуй, никогда не работал. Нет, не в полиции, а в убойном отделе каком-нибудь. Типа того. Отлично. Будете напарниками. Присядьте. Мендоза, ты обнаружил сегодня несколько килограммов кокаина. Поздравляю. Вот скажи, почему на пакеты ставят штампы? Метка изготовителя. Означает, что пакет не вскрывали после упаковывания. Верно. А штамп твоего кокаина нам раньше не попадался. Судя по всему, твоя находка дня от Тайсона Лэшфорда, с которым детектив Дао уже пересекалась несколько раз. Я хочу, чтобы вы на пару ввели его в курс дела. Сэр, последний рейд Мендозы, без обид, был полной катастрофой. Вы мы действовали по обстановке. По обстоятельствам, свободны. Точнее. Ну, офигеть теперь. Начальник, ну чё ругаешься-то? Мы старались. У нас не было выбора, иначе бы убили нас. И мы бы вообще никого не задержали. Между прочим, я следил за Стоддардом из этого гостиничного номера. Я и не сомневаюсь. Не оправдывайся, детектив. Я и не оправдываюсь. Просто сказал... Можно подумать, что у нее все дела идеальны. Его кокс для богачей, тех, кто не разбирается в нем. А те, которых ты накрыл, Тайсон уже не в их компании.
Но иногда его старым дружкам-жуликам перепадает халява от него. Так, может, найдем какого-нибудь? Ты читаешь мои мысли, детектив. Ты видел, парень там футболку в штаны заправляет? Это же ужасно. Мы должны арестовать так его за нарушение моды. Так что, будь начеку вечером. На этой нарковойне нет места шуткам. Можешь не рассказывать. За последние полгода я потерял двоих друзей. Оба патрульные. Да, слышала уже. Очень жаль. Мне тоже. Майами совсем в дерьме погряз. Это ведь как раз то, чем мы занимаемся. Разгребаем дерьмо. Стоддарт про тебя так говорил. Что говорил? Что ты обожаешь. Ваша машина грязное окно. Давайте я помою его. Слышь? На о, господи. Эй! Ладно, ладно. А потом мои деньги бросятся. А дадите, да? Может, дадите мне хоть $5? Ладно. Знаю. Просто вы таких, как извини, я, капиталистами парень, называете. Не на моем дежурстве. Ладно, ладно. Хорошо. Следите. Видели, за видели, у него рот двигался, а ничем не говорил. Знаешь, район, где я вырос, не очень далеко отсюда. Да? Из грязи в князи, значит? Дай-ка догадаюсь. С южного побережья? Не, из Лос-Анджелеса. Округ Ориндж. А, то есть из князи в грязи. Ага, типа того. Что это? Наверное, конфискация наркотиков. А, или бы дерьмо посерьезнее. Я не согласен на обыск. У меня достаточно основания, полудурок. Мне не нужно твое согласие. Эй, Гусман, ты кого там взял? Нашего старого дружка Хакса. Нашел у него хот-шот. Весь багажник забит этим дерьмом. Эй, Хакс, где твой друг Тэп? Не знаю. Тэпа ищете? Ага, видел его? Не, но видел его Карифана Брикса вместе с шайкой Тэпа на 12-й улице. Спасибо, Гусман, выручил. Отлично, детектив. Что, пойдем допрашивать? Очередного урод? Ну что я сделаю, если она все пишет и пишет мне? Так-так, ты вырос здесь, но забавно. Родился не в Майами, получается. Угу. Ага, в Гаване. Да? Как выбрался оттуда? С матерью. Она женщина упертая. А что с отцом? Не знаю. Не видел его лет 20. Мы старались убраться от него подальше. Он все еще на Кубе? Возможно, уже умер. Меня бы это вполне устроило. Какой ты добрый. Зато он был непонятно кем. Забавно будет, если выяснится, что его отец какой-нибудь там, не знаю, наркодилер. Убийца или еще какая-нибудь фигня. Ну нет, такого, наверное, вряд ли. Здесь такое вряд ли будет. Все-таки это не драма какая-то. Хотя... Не знаю. Посмотрим, на что способен сюжет. Пошел. Эй, притормози. Окей. У вас проблема, мэм? Долбаная крышка. Не ладно, подходит. Хорошего вечера, мэм. Иди нахрен. Хочешь, чтобы я вызвал... У нее с мусоркой проблемы, а не с крышкой. КП, наверное, группу спецназа отправит. Так, а куда это мы? Какое-то замечательное чистое место приехали. На полицейской тачке весь район распугаем. Пошли пешком. На. Ясно. Пойдем? Это 13-й. Мы выходим из машины. Город отсек бедный район, поэтому отсюда только один выход. Это только раздражает людей. Ты ведь знаешь, куда идти, надеюсь? Дамочка. Как-то ты идешь разговаривать без... У тебя бронежилет-то надет, я не понимаю. Тот, кого мы ищем, обычно околачивается здесь. Окей. Мне, знаете, что другое интересует? Она говорит, давай не поедем на тачке, на полицейский, чтобы всех не распугать. У тебя на груди надпись «Полиция» огромными белыми буквами на темном фоне. Думаешь, это никого не напугает? Окей. Нет времени для вопросов. Сейчас мы этих парней, наверное, спросим, да? Или нет? Окей. Не смотри на меня так подозрительно, я... Почему их не арестуем? Эй, ты видела? Ну ладно, у нас задание посерьезнее, походу. Ну не походу, а так и есть. Что, споткнулась, что ли? Я так понимаю, ты знаешь район. Ага, только не был здесь давно уже. Пойду за тобой. Фу, какая гадость. Посмотрите на это, просто срай...
Срачельник. А он у тебя на побегушках, офицер? Томас, не заставляй меня шмонать твои мешки. Ты-то, конечно. Робин, угомони его и засунь этот пакет. Вот только никакого пакета у меня нет. Ну, я думаю, нам все равно абсолютно. Но, видимо, здесь весь такой район мелких, так сказать, хулиганов, преступниками ты их не назовешь. А мы идем с кем-то конкретным разговаривать. Уже, а эти что-то курят? Как обычно. Смотри, вон Брикс. До свидания, что ли? Там парни в шоке. Он непредсказуем. Ну, непредсказуем, так непредсказуем. Давайте аккуратней. Нам уже не придется в него стрелять, так, я надеюсь. Мы же не хотим его убить, он ведь нам нужен. Он меня знает. Да я говорю тебе, мы сможем. Как будто 100 раз делали окей, уже. Окей, я тут постою. Если что, убивайте первые ее. Вот ее, не меня. Вы даже не понимаете, о чем я говорю. Ни один из вас. А что ты стоишь-то? Мне идти или я не понимаю? Рассказываю... А, он меня знает, вещи. Она сказала. Ну ты все равно стоишь как бы в зоне видимости его. Никого. Так, Г, задержите подозреваемого, показывая значок. Держите противников на мушке, чтобы контролировать их. Г, значит, да? Стоять! Тебе какого хрена надо? Полиция Майами. Хотим задать пару вопросов. Детектив, это кто еще? Это мой новый напарник, Брикс. Играем тут в плохого и очень плохого копа. Угу. Где твой друг Тер? Разговаривай с нами. Пошел ты нахрен, чувак. Ладно, включай очень плохого копа. И что? Бери его. А, окей. Говори, слава где богу, что стрелять и не мы пришлось. Уйдем. Служи и защищай меня, чувак. Что? Да он зависает сегодня. Это все, что я хотела услышать. Погнали, Мендоза. Ну а проще так нельзя было сразу сказать? Чего все время все проблемы свою задницу? Я знаю свои права. Эй, мы просто возьмем и оставим его тут? Уверена, что это умное решение? Нет. Да. Но я уверена, что он пытался убить одного из наших. К черту его, ладно. А чё-то какие-то вы все подозрительные, здорово. Так. А, осведомленность подозреваемых, ло-ло-ло. Они не должны догадаться, что мы идем за мной. Ну не должны, так давай будем идти аккуратно. За мной. Давай сюда. Да я прячусь. Какой у тебя план-то? Обойдем, оббежим? Это поможет, я надеюсь. Эй, напарник, ты же никому не расскажешь, что мы сделали это. Что сделали, детектив? А ты шальная баба, молодец. Я смотрю. Пошли. Угу. Так, какой план-то? Я не понимаю, куда она бежит, где как она видит вообще, что все это. А так, сама ты ворота открыть не можешь. А, ну да, тут как бы не женская работа. А то вдруг заноза. Это Кай, же идиотизм. Сюда. Спасибо. Кстати, извини, что назвала работу с тобой полной катастрофой. Неловко вышло. Но ты даже не подал виду. Стоддарт, что ты про него думаешь? Мы недолго с ним напарниками были. Стоддарт, Икс, присесть, это самое неудобное, что может быть. А весь мир его посудная лавка. Так, пойдем уже в машину сядем, если никто не угнал или еще что похуже там. Где машина-то уже? Чё-то мы бежим целую вечность. Ну давай, не оглядывайся, а бежим. Помни, это территория Тепа. Если кто-нибудь заметит нас, ему скажут, что мы идем. Нам нельзя светиться. Ладно. Не строишь оборот. В смысле, строю я все. Ага, окей. Строишь. Какой план, мадам? Так. Ты знаешь, что у меня? Ага, будем по стелсу. По стелсу так по стелсу. Пошли. Стелс я люблю. Ну, хотелось бы и пострелять. Вот поэтому твоя 20-ка теперь у меня. Было бы неплохо. Ой, ой, надо сесть. Пожалуй, это дерьмовая идея была. Что? Ты хочешь его обезвредить? Хочешь, я этим займусь. Черт, он мешает нам. Брось что-нибудь, чтобы отвлечь его. Да мы прям в Far Cry играем, честное слово. А на что? Брось что-нибудь. С. Чтобы бросить гильзы. У тебя что, гильз, что ли, много? Ладно. Ну окей, давай кинем. А, что такое? Супер. What is it? What is it? Иди проверяй, а мы пойдем, пожалуйста. Что-то с крыши рухнуло. Ну конечно, с крыши, я уверена. Крыса, крыши, все что угодно.
не расстраивайся. Значит, все? Можно уже не приседать? Как будто какая-то, слышите, да? Че, обезвредить? А, я поняла, спасибо, спасибо, я это сделаю. Мы уже на подходе. Мы не сможем просто так прискользнуть. Как будто Рианна. Можешь разделить их? Ладно, я разберусь. Их никто никогда не станет присылать. Ну окей. Я говорю, это херня все. Точно, брат, легкие деньги. Заткнись ты хоть на секунду, дай послушай. Ну сейчас послушаешь, только я, подожди, тебя обезврежу. Тихо. Ну все, красота. Добросить кого? Чего? Че, пойдем? Все, нам тут больше ничего не надо. Ой. Что за пацан? Почему он такой? Не надо бежать, все равно догоню. Далеко с такой, знаете, собрался. Подумал, не, фиг с ним, бесполезно. Ты ее новый напарник? Она уже опробовала на тебе свое карате. Я занимаюсь крафмагой. Карате — это сказочная чушь. Опасная штучка. Дэп и Тайсон выросли вместе. Белые парни, любители приключений. Дэп остался здесь, а Тайсон уехал навсегда. Вставай. Руки за голову. Эй, Дэп, где Тайсон? Полно народу ищет Тайсона. Новости же смотрите? Чувак залег на дно. Сейчас. В этой игре не так долго живут. Да, мы надеялись, ты просветишь нас. Мне столько не платят, Фидель. Ник, забирай его. Я думал, ты не пойдешь на это. Поговорим в участке, бро. Клянусь, вы копы, пожалеете. Ага, а то как же. Так. Я в шоке, чувак. Ой, смотри, это не мое, мне подкинули, мне подбросили. Я знаю, можешь на тебя выдавали ордера. Это все твое, интересно. Я знаю, ты хранишь свой кокс за углом под мусорным баком. Я знаю тот мелкий, который только что свалил отсюда. Наверное, побежал доставать его. И этот паренек реально еще маленький для этой херни. Поэтому тебя надо упаковать. И мы упакуем тебя. Что тебе надо от меня? Ну все, отлично. Цель достигнута! Эй, чё наушник такое? Подходит? Да, подходит. А на крючке? Скажи что-нибудь. Стукач Бенедикт Арнольд. Эй, тупица, ты не Бенедикт Арнольд. И это не стукачество. Зайди внутрь, проверь, там ли Тайсон, и вали оттуда. Звучит так просто. А что тогда сам не сделаешь? Ник, просканируй, найди Тэпа. Тэпа? Тэп, а где Тэп-то? А, вот он. Клё, это уж хочу такие. Отметки. Класс. Твой сканер подключается к любой локальной федеральной базе. Следовать за Тэпом найти, хорошо. Следуем за Тэпом. Мы таким образом следуем? Мы же... Следи за ним по сканеру и смотри, что... Господи, следуем, следим, блин. Ой. Видимо, он Тайсона ищет. Тайсону пора завязывать, мы Да-да-да, я ведь этим занимаюсь, все правильно. Чувак, Тайсона ищу. Тайсона? Его не просто найти, чувак. Да ладно вам, подсобите другу. Братан, иди домой. Слышь, мне надо увидеть Тайсона. Ну ладно, сопли только подбери, братан. Нет, нельзя, ну пожалуйста, ну ладно. Отлично вообще. Че, все, а мы пойдем за ним, нет? Мы внутри. Давай, Тэп, веди нас к Тайсону. Никого из них не узнаю. Сканируй дальше. Нужно выяснить, кого мы высматриваем. Опа! Эта штука оснащена направленным микрофоном. Сканируй и слушай. О, как все интересно. Еще люди есть? Людишки, опа! А сейчас никто не остановит. Чё? Накаляется тут обстановка. Тайсон здесь или нет? Ага, скоро побеседуем. Понял. Круч. А еще... Нет, соли не надо. Соли! О, это мне не надо слушать нам. Они чё, наркотики делают прямо с открытым окном? Вы чё, смеётесь, что ли? А, ребят, ну это ж вообще не детский сад.
тебя столько команд было, когда... Так все это фигня собачья. Тайсон, да. Ну, у тебя 5 минут. Давай. Все, что нужно. У него пухо? У него что-то в руках. Пеп, что ты здесь делаешь? Это Тайсон. Сканируй его. Интересно. Нам нужно доказательство, что он был здесь. Черт, Тайсона не видно. Ну как бы да, совсем не видно. Он собирается уходить. Я просто делаю то, что делаю. Куда это? Не надо здесь ошиваться, не надо искать. Тут небезопасно. Тайсон, всего одну. Ну, пожалуйста. Ну, Тайсон будет другом. Присядь. Посмотрим, что можно сделать. Ладно? Ну, проблему. Ой, вообще не вопрос. Счастливый пританцовывает, надо же. Что за... Слышь, ты это видишь? Баба! Что за лицо-то удивленное? Смотри туда. Это кто еще такие? Это полное дерьмо, я знаю. Без понятия. Сейчас будет плохо. Что задумала? Ну-ка. Сканируй всех, кого только сможешь. Вау, они все с пушками. Хера себе, чё... О, чёрт, они там... за Тайсоном пришли. Там... Давай, нужно вытащить его, быстрее. КП, это 13-й. Здесь стрельба, мы тоже вступаем в бой. Ну чё ты не бежишь, ты можешь быстрее делать? Чё, я без тебя дверь, что ли, открыть не могу? Ты тралишь меня? Я сама это могла сделать. Уйди. Уйди, уйди. Я тебя прикрою. Арестовывай их. Никс нанял команду из Хуареса. Из Хуареса? Думаешь, Нельс притащит подонков из Хуареса? Может, из Атланты? Они... Чё, Г? Г? Нескольких мы хорошо... Но те не скажи, похожи на его людей. На замри! Стоять! Что это за чуваки там стреляют? Стоять! Не знаю! Наверное, такие... Вот дерьмо. Всё? Чёртовы копы! Хай! Окей, окей! Прикрываю. Ну ты дурак! Ну что ты за дурак-то, а? Ну что ты за дурак-то? Ведь мог просто лежать с наручниками. Ну вот идиот, идиот. А он просто потанцевать хотел. Слышь, алло. Ага, ага. Стоять! Я тебя арестовываю! Все, все, я тебя арестовываю. Убивать мне никого здесь больше не надо, пожалуйста. Ну что вы такие глупые-то? КП, отправляйте машину. Так, давай аккуратно это только делать. Пойдемте к нему аккуратно. Подойдем очень-очень тихо. Стоять! Вверх! Вверх, сказал! Что, боишься? Ну, конечно, все оружие боятся. Мы сейчас очень аккуратно, очень-очень аккуратно попробуем обезвредить. Очень аккуратно, прям просто как птички. Не двигайся! Не двигаться! Это тот солдат! Стреляй, не стреляй! Действуем! Ах, ты козел, а? Будьте осторожнее. Ну что за мудил-то? Ну почему вы такие все? Ну извини, дорогая, тут как бы очень сложно не тратить патроны. Так, куда нам надо? Нам надо наверх, я так полагаю, как-то попасть. А где-то лестница? Чего нет лестницы-то, я не пойму. Что-то я не вкурю. Как попасть наверх-то? Эй! Вау-вау-вау-вау-вау-вау! А, ну правильно, за бабой надо идти, что же я? Пойдем, 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 пойдем. Давай наверх. Пойдем наверх. Тайсон где-то рядом. Каждый шокер. Чё? О, тихо. Попробуем задержать. Полиция, руки вверх! Давайте, Дань, постараемся поменьше народу убивать, как бы... Все-таки так у нас... Поверните! Что-то стряслось! Ну нет, так нет. Ну идиот, идиот. Ну что за идиоты здесь одни, а? Подстрелил одного! Кого ты там подстрелил-то? Вот, все. Так. Выстрелили чисто. Все хорошо. Я этим и занимаюсь. Женщина, прекрати мне все время ко мной командовать. Что, ты сама не можешь зайти, блин, беспомощная? О. Круто. Посмотрим, есть ли что-то на тайне. Ух ты. Ух ты, ух ты, ух ты. Понятно.
Давайте возьмем это. Я, правда, не вижу никакой разницы сейчас. Что, давайте сканировать что-то. Опа. Здорово. Что это? Так, дела откроются, когда будет найден новые улики. Угу. Дела можно просматривать, меню паузы или после сканирования улики, нажав на таб. Таб. Ага, запомнила. Описание улик на экране. Так. Бла-бла-бла-бла. Включить. Тайсон слишком организован для этого. Ты представить себе не можешь. Угу. Хорошее начало. Хорошее начало. Давай искать что-нибудь еще. Вот это разве не похоже на улики? Нет? Надо найти все улики. Так, это что все? Опа. Здорово. Молодец. Помни, если эта штука жужжит, улики где-то рядом. Да что ты? Как с дебилом со мной обращается, да? Опа. Ой. Давай, анализируй, что это какая-то фотография. Дело о хот-шот! И чё? Слышь? Ник, проверь, что тут? Нашла Тайсона. Какого хрена? Что это такое? Чё-то как-то всё... Кай, смотри. Не окей нам видео. Тут и не было. Это видеочат. Чёрт. Мы можем подключиться снова? А, видеочат. Очень круто сделано. Вот дерьмо. Привет. Мы копы привели их прямо нет. Туда. Нет. Да? Нет. Но ты тот ублюдок, которого они пытались дрожить. Я не знаю, о чем ты говоришь. Привет, Тайсон. Вот черт. Опять ты. Эй, твой приятель Тэп исчез. Думаю, всех твоих дружков завалили. Упс. Вот дерьмо. Слушай. Ну? Это не мои дружки. Временами толкаю им товар. Кто пытается тебя грохнуть, Тайсон? Уж точно не те, про которых сообщают заранее. Скажи, где ты? Мы можем защитить тебя. Извини, но я как-то сомневаюсь в этом. Вот дерьмо. Что дальше? Тайсон покойник. Если мы не придем к нему первыми, КП — это 13-й. Нам нужна трассировка исходящего IP-соединения. 13-й. Отслеживаем. Мы подключились. Дайте нам несколько минут, 13-й. Вас поняли. Пошли. Им надо несколько минут, а то и больше. Спасибо, я слышала. Ты как да, бы... Мы знаем, что делал могла Тайсон. И не говорить. Но понятия не имеем, где он. Угу. Пробраться к машине. Давайте сядем в машину, на этом серию закончу. Круть! Наверх! Ищите ушлепка! Черт! Мендоза, надо выбираться отсюда! Надо выбираться. Так, тут никого нет, а то сейчас точно... Я вылезу, ублюдки-то, вы что думаете, все так просто? Кто-нибудь видел моих копов? Нет. Черт, нельзя, чтобы полиция сюда... Что? Чего? Тут просматривать... Я знаю, я это уже поняла. Я это поняла, когда еще... Эй, нам лучше двигать, пока другие не пришли. Стоять! Не с места! Спи. Хороший вопрос. Спи, может, спи. Самому надо убирать после работы. Тогда надо обговаривать доплату. Какую одежду не наденешь, любая придет в негодность. Поэтому лучше надевать старую. Какого черта? Что-то случилось, кажется. Какого черта? Что случилось? Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, конечно, стреляет, блин, а что они потом должны делать-то, а? Так, что-то я, кажется, как-то по-идиотски. Почему я с одним пистолетиком иду? Мне кто-нибудь расскажет? Это совершенно увлекательнейшую историю. У них дробовики, у меня пистолет. Ну, как так? Ну, не поскусствовали, а? Ну, где ты, падла? Не вижу тебя. Замечена перестрелка. Код 3. Повторяю, код 3. Молчи! Не нужно повторять несколько раз одно и то же. Я все слышу. Так, пошли. Шевелись! Все, 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 уходим. Данные уходим, валим. Спасибо, КП. Отправьте данные. Твой друг Тайсон понятия не имеет, кто к нему направляется. Отправлю воздушную группу, чтобы прочесали район. Пойдем туда, вытащим его и назад. 55-й, уходите отсюда. Мы же не хотим, чтобы Бандибоб раздался звонок к обеду. Понял вас. Опа. Погнали. У нас будет адски длинная, конечно, серия, но извините. Давай с ноги, Мендоза. Хорошо, с ноги. Ты знаешь, что на это нужен ордер?
Не ссорьтесь, мальчики. Что-то мне подсказывает, в тебе проснулись гражданские Слушай, права. Слушай, мы тут не для того, чтобы арестовывать тебя. Тебе нужно идти. Быстрее. Я хоть вещи заберу. Не хочешь спросить нас, какого черта вообще происходит? Какие вещи? Тебя убить собираются. Знаешь, как я провел день? С бумажками сидел. Я уже давно не шлялся по улицам. Последнее время все воюют друг с другом. Если есть плохая сторона, то я, видимо, на ней. Это все, что я знаю. Слушайте, может, обсудим это где-нибудь? Черт! Блин, на себе. Вот, черт! Меня ранило! Ну как ты? Вот блин. Черт, ну как же, так, надо что-то вызывать я кого-то. Я зажму, ладно? Как больно. Я знаю. Держись. Мы не за тобой пришли, Коп. В смысле? Мы поняли, за кем мы пришли. Мы сюда приехали его спасти. Так. Иди нахрен. Сядь, Тайсона! Пошли нахрен отсюда. Все. Слушай, сколько их много. Ты держись, главное, слышь? Это, я не хочу, чтобы никто помер. Черт, дерьмо-то говно. Дерьмо-говно. Кай, я тут. Дерьмо. Так. Все хорошо. Как бы ей башку сейчас не прострелили. Мы прям в миллиметре от этого. Кай! Да помогите нам кто-нибудь. Что за... Блин. Кай, держись. Говнополиция. Ты ведь выживешь, детка? Хотя, наверное, толку нет, что я держу, придерживаю ее рану. Я уверена, что, ну... Действительно, толку мне от этого нет. Ну где там, падла, я видел же его. Лежать, сказал! Эй, мы копы! Все окей. Похоже, в артерию. Повезло тебе, дело что дрянь, кровь не стекла. Дело дрянь, детка. Руки вверх, быстро! И вам тоже привет. Вы его знаете, детектив? А, его? Да он просто с бумажками сидит. Нас за это, наверное, и посадили, да? Нет? Не знаю. А, в общем, мы, походу, прошли эпизодик, да? Да, прошли эпизод. Отлично, ну тогда, наверное, эпизод 2. Мы продолжим уже в следующей серии. С вами была Элисон Роуз, это был Battlefield Hardline. Если вам хочется видеть это продолжение, прохождение, точнее, дальше, то, пожалуйста, пишите об этом в комментариях и ставьте лайки. В общем, вы все знаете. Всем хорошего настроения, пока-пока.